Носорог, настоящее имя Алексей Михайлович Сицевич. Описанный писателем Майком Конроем как самый тусклый враг Человека-паука, персонаж впервые появился в комиксе «Удивительный Человек-паук» 1966 года, как преступник, нанятый страной Восточного Блока. Ему предложили участвовать в эксперименте, в ходе которого сверхпрочный полимер слился с его кожей, увеличив прочность, силу и скорость, вследствие чего он выбрал прозвище «Носорог». Является уроженцем СССР. Костюм с толстым слоем полимера покрывает все его тело, за исключением лица. Также костюм оборудован острым, как бритва, рогом, способным прорезать металл. Мутагенные обработки химикатами и радиацией, включая бомбардировку гамма-лучами, предоставляют ему сверхчеловеческую силу, повышенную скорость и стойкость, способную выдерживать выстрелы пуль, взрывы гранат и удары сильных существ. А еще его сверхпрочный костюм может выдерживать противотанковую ракету и температуру до 500 градусов. Также имеет повышенную регенерацию, может залечить глубокие раны за считанные дни. Впервые на телевидении Носорог появляется в мультсериале «Человек-паук» 1967 года, где его цель – разрушение и создание своей статуи из золота. The first component. Soon I will get the other two. Soon the other parts will be mine. It's charging. Duck! Uh-oh, trouble. В 1994 году Носорог появляется в культовом мультсериале «Человек-паук». Здесь он выступает в качестве наемника в синтетическом костюме. Его прошлое и настоящее имя неизвестно. Является глупым, на что не раз намекают остальные персонажи. В русском переводе мультсериала назван Рина. Разве зоопарк не в другой стране? Опять этот паук. Послушай, рогоносец, я не собираюсь нянчиться с тобой всю ночь. О, это невозможно. Тебе это не по силам. Вроде этого. И это только цветочки. Что ж, это плохо, толстяк, для тебя. Ладно, сдаюсь. Лучше сесть в тюрьму, чем быть предателем. Смотри внимательно. Я не я, если это не сделаю. Что ты задумал? Говорю тебе, я сдаюсь, и это не сделаешь. Нет! Неужели? Я изменился. Остановись! Нет! В 2008 году в русском переводе опять названный Рина, Носорог появляется в мультсериале «Грандиозный Человек-паук». Здесь его броня представляет собой прочный кремниевый панцирь, который невозможно снять. Настоящее имя – Алекс Охерн. За мое унижение! Гелитерогия! Превращение Флэша Томпсона в агрессивного охотника за пауками? Любишь, когда за тобой охотятся! Срабатывает в мультиках. Видел, что я сделал шарами для боулинга. В 2012 году в мультсериале «Великий Человек-паук» Носорог является гибридным существом. Ботаник Алекс Охерн выпивает специальный препарат с ДНК носорога.
четвертом сезоне в заключительном эпизоде «Грандиозный день. Часть 2» Человек-паук вылечивает Алекса от мутации антидотом доктора Осьминога, и он снова становится обычным человеком. Все круче и быстрее всех! Кто крупнее и круче? Я! Носорог! Это не город, а зоосад! Ай! Что? Никто не смеет смеяться над носорогом! Неуязвимый! Сос! Раненый в депо! Пришлите! Хочешь драться со мной? Хочу отправить в зоопарк! Носорог всегда хотел быть похожим на Человека-паука. Я не пью коктейли Аскорпа, от которых мозги навекрень. Извини, но Флэш не поедет в автобусе, даже ради тебя. Мой подошел! Закончил! Я уничтожу дом Флэша! Уничтожу Флэша! Паучок, нельзя ли побыстрее? Теряю мою хватку. Ты? Не может быть! Ты самый сильный человек на свете! Человек-паук, меня теперь накажут? Я всего лишь хотел, чтобы меня не унижали. Я знаю. Актер Пол Джаматти сыграл носорога в фильме «Новый Человек-паук. Высокое напряжение» 2014 года. В начале фильма Алексей Сицевич вместе со своими двумя головорезами пытается выкрасть из Оскорпа груз плутония, но его планам мешает Человек-паук. После он появляется в конце фильма. С помощью вооруженной группы людей Гарри Осборна он благополучно бежит из тюрьмы и получает бронекостюм из отдела специальных разработок Оскорпа. Носорог начинает терроризировать Нью-Йорк, но после появляется Человек-паук, и между ними завязывается драка. Огонь! Зырь, Нью-Йорк! Человек-паук вернулся! Че, борзый, а? Не боишься меня, пацан? Я знал, что ты придешь. Да, спасибо, что подменил. Будешь драться, а? Будешь со мной драться? Я прошу тебя поднять твои механические лапы вверх! Не дождешься! Я раздавлю тебя и убью! В 2017 году носорог появляется в «Человеке-пауке». В этом мультсериале носорог тоже гибридное существо и студент школы «Хоризонт». Здесь его имя Алексей Сицевич. Где-то 45 километров в час. Так что ноги могу остановить. Ну-ну, не спеши! Зря стараешься, от меня не отделаться! Я нашла кусочки одежды Алексея! О, нет! Он съел Алексея! Не торопись с выводом! Он превратился в носорога? Как это может быть? А главное, как вернуть ему человеческий облик? What?